Дорогие наши друзья, здравствуйте. Так, ну что ж, решил вам показать нашу маленькую пантерку. На фоне она смотрит Тимку, потому что Тимка очень привлекает внимание. Ее наша маленькая обезьянка такая. Да, друзья, она очень хочет жить. Она действительно очень старается, но есть определенные сложности ее здоровья. К примеру, это поврежденные лапы. Видите, она даже старается как-то двигаться, старается куда-то. Нет. Она очень хочет бегать, она очень хочет играть, но, друзья, вот как-то так это работает. Ролик будет не длинный, и потому что у меня все-таки сейчас, когда она на прогулке, первоочередная задача — это контроль того, что она делает, куда она идет, чем она занимается, потому что этот котенок может съесть в любой момент то, что ей нельзя, может повредиться обо что-либо, залезть вот куда ей не нужно. Ну, здесь как бы не запрещено, конечно. Вот, поэтому хотел вам показать, потому что вы все очень переживаете за нее, вы все ее очень полюбили. У нас также нет никаких прогнозов на ее жизнь. Прогнозы, как правильно говорить, очень осторожные. Она не ходит на лапах. Все, что она делает, это она передвигается на своих локтях. На локтях, в которых нет даже суставов. Представляете, друзья? Пока что мы гуляем только по квартире. Скоро начнем это делать уже и на улице. Когда пройдут все сложности, связанные с ее здоровьем, это, как вы знаете, моменты, связанные с пневмонией, с тем, что у котенка большие сложности с легкими, у нее очень сильная одышка, как только она хоть чуть-чуть перенапряжется. Ну и, конечно же, как будет более-менее стабильная температура, потому что снег и минусовая температура для нее сейчас может быть губительна. Ждем чуть потепления. Смотри, что у меня есть. Скажи, мне дали игрушку? Здесь многие из вас могут спросить, а почему же вы даете ей там сейчас играть с материей, и она же ее ест, и вы об этом рассказывали. Друзья, смотрите, здесь суть такова, что котенок в моменте начинает играть, потом в определенный какой-то, ну вот, в непредсказуемый абсолютно момент у нее начинается агрессия, она начинает это охранять как еду и начинает есть эти тряпки. Кстати, по-моему, в конце этого видео вы сможете это увидеть на самых последних секундах, поэтому здесь проявление того, что она играет, но буквально через минуту она начинает воспринимать это как еду, охранять это, и потом приходится ее отвлекать, забирать и уже ограничивать ее доступ к тем или иным предметам. Ну, а так они ее очень радуют, конечно. Ну, а сейчас она хотя бы играет. Вот посмотрите, какой маленький счастливый котенок. Да, понятное дело, что картина не совсем презентабельная, мы там не на кровати с золотыми простынями лежим. Но зато все правда, вот все как есть. И это намного важнее лоска какой-то красоты, эстетичности и тому подобное. Так что, дорогие наши друзья, мы живы. Прогнозов никаких не знаем. Но мы делаем все, чтобы выжить и жить комфортно. Поэтому всем хорошего дня, хорошего вечера. До скорых встреч. Всех вас любим. О, ты прям пошипела. Это что, так много эмоций у ребенка?
Вот буквально прошло полминуты, и у котенка началось вот это вот очередной приступ попытки съесть коврик. Конечно же, мы это контролируем и не даем ей возможности, отвлекаем, всячески убираем ее, но показать вам посчитали это нужным.